Давайте мешки, где еще? Активисты «Молодой гвардии» разгружают наполненный практически доверху сборник для вторсырья. В нем тысячи разноцветных крышечек от использованной пластиковой тары, сырье для производства новых вещей. Организовала сбор пластика в Щелковском парке культуры и отдыха местное отделение «Молодой гвардии». В добром деле ребят поддержал депутат Мособлдумы Николай Черкасов. Мы уже делаем это не первый раз. И самое главное, когда начинаешь понимать, зачем это делается. Оказывается, это не просто пластик, это пластик особый, из которого делаются медицинские изделия. Сбор крышечек был объявлен в конце августа. И примерно, чтобы заполнить все сердце, потребовалось около месяца. В дальнейшем деньги пойдут на лечение ребенка из городского округа Щелково. Средства, вырученные от переработки пластика, будут направлены в пользу 7-летнего Сёмы Трунова из Фрянова. Мальчик страдает расстройством речи. Чтобы он заговорил, каждые 3-4 месяца Сёме нужно проходить курсы реабилитации. Стоимость очередного – 179 тысяч рублей. Помочь собрать нужную сумму в срок взялся благотворительный фонд «География добра». В рамках своего проекта «Пластик в обмен на жизнь» подключил молодогвардейцев из других городов, а также 21 щелковскую школу и более 60 экологических отрядов, участников проекта «Юные защитники природы» Щелковского центра «Романтик». Заметила само сердце в парке, наверное, где-то уже год назад. Всей семьей как бы собираем, считаем, что это действительно важно для нашей экологии, для нашей природы в нашем крае, в России. Крышки у нас от 5-литровых баклажек остаются очень часто. И за раз бывало, ну, прям целый пакет целлофановый вот приносила. Ну, сколько, не могу сказать точное количество, но достаточно много. Не зазорно вот сюда нести? Нет, наоборот, это помогает нашей экологии. Мы показываем другим людям пример. Наша телекомпания тоже приняла участие в этой акции «Добрый пластик» и собрала вот столько пластиковых крышек. Сейчас мы их с большим удовольствием передаем общественной организации. Сколько? 8. В благотворительности важна прозрачность движения средств, поэтому подсчеты ведутся открыто. Люди, которые сдают, они видят действительно, что они сдали столько-то, столько-то. А нам фонд уже предоставляет полностью отчет, сколько кто что сдал. Мы являемся гарантом, что ребенок пойдет на лечение после того, как дети сдадут крышечки и макулатуру, и пластик. 81 килограмм крышечек или около 2000 рублей. Столько щелковцы собрали в пользу Сёмы в парке. Помочь ребенку можете и вы. Отправьте смс на короткий номер 7522 со словом «Победа» и через пробел укажите желаемую сумму пожертвования. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.